В конце 21 века время заменило деньги в качестве расчетной единицы. В 25 лет старение организма прекращается, и человеку дается еще один год жизни. Если не пополнять запасы времени, наступает смерть. Так хочется проснуться, и чтобы времени было больше, чем часов в сутках. 4 минуты за чашку кофе? Еще вчера было 3. Вам кофе или понудеть? Стоп, а где остальные? Ты не выполнил норму. Мне должны еще за ту неделю, а ты должен норму. Черт, у еще одного время кончилось. Уэлл, ты не поверишь, у этого психа целый век! Уходим, Уэлл! Какие у тебя симпатичные часики, мне они подойдут больше. Одну минуту. Мы вытащим тебя. Черт вас дери! Бежим! Скорее! Ты совсем спятил выставлять такое на показ? Сколько тебе лет? 28. А мне 105. Но наступает день, когда больше не хочется. Это как? Нельзя всем жить вечно, людей будет некуда девать. Откуда у некоторых миллионы лет, а другие еле дотягивают до утра? Будь у тебя столько же времени, сколько у меня, что бы ты с ним сделал? Уж точно не просрал бы. Не просри мое время! Последний раз, когда его видели, на часах у него было больше века. Куда делось это время? Откуда у тебя столько? Тот парень из бара. Слил его мне. Ты понимаешь, что тебя за него убьют? Этой осенью. Его зовут Уилл Саллас. Я остановлю его. Не сможет он 100 лет прятаться в гетто. Надо валить отсюда. Обычно в этой зоне мы клиентов не берем. Целый год? Добро пожаловать в Нью-Гринвич. Ты же не местный, да? Кажется, нам не доводилось встречаться ранее, мистер Саллас. Уилл Саллас. Позвольте представить, моя теща Клара, супруга Мишель и дочь Сильвия. Простите, что вторгаюсь без приглашения, мистер Вайс, но меня интересует ваш знакомый. Пожалуйста, отвезите меня домой, умоляю. Не могу. Почему? Меня не оставят в живых. А нельзя просто сдаться? Я не смогу доказать свою невиновность. Меня объявят преступником без суда и следствия. Уилл, берегись! Можно купить как преданность, так и предательство. Ради бессмертия избранных большинству приходится умирать. Никто не имеет права жить вечно ценой смерти других. Разве можно спокойно жить и смотреть, как вокруг умирают люди? Мы не смотрим. Мы живем с закрытыми глазами. Я заставлю их заплатить. Отниму у них все накопленное. Скорее, скорее, набирайте! Время стало бесплатным! Нельзя допустить, чтобы 1000 лет попало не в те руки. Если достаточное количество времени попадет кому надо, вся система даст трещину. Если сработает, нам понадобится еще больше. Ты знаешь, что мы тебя достанем. Его преступление не в том, что он украл время, а в том, что раздал его людям. Время. С 27 октября в кинотеатрах.